Здравствуйте, друзья, подписчики, гости и неравнодушные к нашим авторским песням и стихам нашего канала. Я хочу от всей души, от всех наших мужчин поздравить наших дорогих, любимых, желанных женщин с наступающим праздником, 8 марта. И для вас сюрприз. Это, конечно, песня. Итак, поехали. Вам подарить, дорогие, на 8 марта, милые наши, а также родные, на праздник вам, женщины, завтра. От всех мужиков я вас поздравляю, дорогих наших милых женщин. Здоровья и счастья всем вам желаю, в подарок пою свою песню. А 8 марта скоро, скоро женский праздник. Этот праздник вам так дорог, женщин всех избранник. А 8 марта скоро, скоро женский праздник. Этот праздник вам так дорог, женщин всех избранник. Праздник весенний ваш долгожданный, для вас всегда он желанный. Он ваш любимый, самый-самый, попросту ваш постоянный. Милые женщины, девушки, дамы, вас праздник от счастья утешит. Песню вам спел и всех вас поздравил сам Алексей, доктор Леший. А 8 марта скоро, скоро женский праздник. Этот праздник вам так дорог, женщин всех избранник. А 8 марта скоро, скоро женский праздник. Этот праздник вам так дорог, женщин всех избранник.